Всем доброе утро. Сегодня суббота, утро. Сегодня еду я в Брисбен покататься вокруг Брисбена. Такой небольшой утренний прохват. Прикольная погода, тепло. Дождя нету. Сейчас прокатимся. Сейчас 9 утра. Вот я выехал свой обычный как бы маршрут на работу. Опять все так же. Кольцо, дорога, хайвей. Сегодня суббота. Все как-то немножко по-другому. Кто-то дома сидит, кто-то наоборот рано уехал. Такой ветер сегодня сильный. И вчера был после обеда, как начался, прям дувает опять. Ветра что-то в этом году прям сильные, часто. Особенно на открытых участках. Прошлое видео я заснял, и мой тест микрофона показал, что микрофон отлично, все слышно, несмотря на ветер. Звук мне понравился. Очень качественно сделано, долго держит батарейку, может работать автономно и даже без камеры записывать. Два микрофона содержит, то есть одна на одном батарейка села, можно второй использовать. В общем, отлично. Сейчас буду снимать уже в нормальных условиях. А то я, сколько я, полгода не мог подобрать микрофон, а то и больше. Сто-то машин сегодня, все куда-то едут. Хайвей вообще не справляется с трафиком. И туда, и обратно. Вообще забито все. Раньше как-то на выходные вроде поменьше было, а сейчас, блин, все, пробка. Сейчас капец. Все, хайвей закончился. Начинается город. Подъезжаю к северной части. Можно все это объехать, конечно. Я, наверное, постою. Называется Castledine. Все, с Castledine уже вот такая дорога, пробки. Ну, все двигается, конечно, довольно быстро, но приходится вот так на светофорах стоять. Классно, что? Классно, когда в машине кондишка, а когда солнце палит, конечно, так стоять на мопеде не очень хорошо. Следующий район, тут буквально проехал 2 километра. Этот район называется Аспли. Здесь много автосалонов Mazda, ну и Nissan, Suzuki, тут все вперемешку. В одном автосалоне сразу кучу брендов продают, чтобы место не занимать. Все, это уже прям город. Еще не сити, но уже город. Все вот так вот. Вообще весь Брисбен вот такой вот примерно. Да, и вот эта вот дорога, она так к сити и ведет. Она получается с севера одна такая самая главная. По ней вот так ехать, ехать. И еще сколько там километров? Наверное, 15. До сити можно доехать. Мне надо до района, называется Чермсай. Это вот уже буквально через 5 километров, наверное, будет. Все вот так, большая деревня. Даже домов и не видно, они все дома одноэтажные, вот за забором со всех сторон. А вот так светофоры моргают, значит впереди красный горит. Заборкой не видно, и все начинают потихоньку подтормаживать. Подъезжаю вот Чермсайт. Здесь много домов уже таких больших, все резиденты. Ух, сколько машин. Мне надо вот сюда, вот в торговый центр.
куда-то сюда мне надо. Заехать. Вестфилд. Че, я здесь могу же припарковаться, да? Все, я тут все сделал. Сейчас мы поедем, прокатимся вокруг северной части Брисбена. Будет интересно. Отличные виды. Погода супер. Вообще класс. Смотрите, будет интересно. Сейчас как забурюсь куда-нибудь в какой-нибудь район спальни. Ну вот, отличный вид. Продвигаюсь потихоньку к сити. Сквозь эти улочки сумасшедшие. Столько домов, и они все разные. Все разные, маленькие. У всех формы разные домов. Есть вообще приятные такие, кожаные. Так, сейчас я вот сюда поверну. Дорога закончилась. Сюда пойдем. Вот. Вообще какой-то переулок. Вот еду я в сторону центра. Вот классический Брисбен. Столько домов. Ну, такие улочки приятные. Мне нравится так. Вроде так город-город, а съехал немножко, и все, и так спокойненько, все такие домики. Вот впереди показался сити. Прикольно так, вид такой, прям сити. И тут же вот большая деревня. Потихоньку пробираюсь к центру, еду сквозь эти улицы. Прикольно. Прям все такое колоритное, прям старое, вот старые дома. Вот какой-то магазин был. Это железнодорожная, это станция. Вот. Уже близко показался сити. Я сейчас выверну вот сюда, вот заверну. Перееду железную дорогу. Тут знак стоп. Остановиться обязательно, потому что везде могут поджидать всякие ребята полицейские. Здесь не поеду туда, поеду туда. Наверх. Здесь такая должна быть горка. Как-то здесь я уже ездил. Улица называется Бэтмен. Бэтмен Стрит. Вообще есть дома такие большие, огромные. Но это вообще старющая прям улица. Туда направо, налево, Кристиан. Поехали туда. Вот так живут здесь люди. Наверное, домам этим больше сотни лет. Прям все такое устоявшееся, кроме асфальта. Асфальт вообще кривой. О, впереди сити. Показался город.
сейчас вон туда еще выше проеду. Оттуда вид должен быть неплохой. Можно полетать даже попробовать. Ветер только сильный. Вот видно мост отсюда. Через реку Брисбен. Как все видно. Я тут ни разу не был. Вообще это какая-то верхушка горы. По-моему, район называется Аскот, насколько я знаю. Тут все что-то под заборами, ничего не видно. Вот там впереди вроде просвет такой. Вообще машин мало тут ездит. Вон сити видно. Прикольно. Вид такой. Вон какие дома. Дорога пошла куда-то вниз. Так, а тут тупик. Ладно, поехали вниз. Такой запах, все цветет и пахнет. Сити. Она, походу, вниз туда выходит прям. Вообще, вот это повороты. Серпантины. Тут дома вообще многоуровневые. А вот этот дом вообще непонятно. Крепость. Чуть пониже улица. Так. Куда я тут заехал? Капец. Фига тут улица. Вообще можно заблудиться легко. Куча этих лежачих полицейских. Так. Да, вот еще какая улица. Ну-ка, проедусь туда. Посмотрим, что там, какие тут дома. Вообще непонятные дома. Вот тут вид на сити. Это там лама гуляет. Фига себе. Капец. Да. Вообще улица такая. Заборы с двух сторон. Наверху прям замок какой-то. Не видно под забором. Замок прям. Наверное, какой-то известный дом. Но не мне. Фига себе. И эта же улица куда-то выходит. Куда-то я сейчас выйду. Вот река Брисбен. Это я вот там был ездил. Спускаюсь вниз. Ровер стоит. Здесь пошли юниты. Уже попроще. Курт. Все пониже, уже попроще дома. Повыше. Там покруче. Куда-то я выехал. Какой-то район. Так,
Нифига тут какой дуб старый стоит. Я хотел повыше забраться. Что-то дальше дорога не идет выше, не хочет. Может, надо было в другую сторону. Ладно. Опять меня выводит куда-то. Еду тупо, без GPS-а. Куда глаза глядят. Поеду сейчас налево тогда. Все, еду уже рядом с Сити. Такой тоже старый район. Кирпичные здания. Очень старые дома. Написано 1933 год. Здесь когда-то, наверное, были промышленный центр был Брисбена. Кирпичные прям здания. Большие окна. Вот люди все в кафе стоят, очередь. Кофе. Обалдеть. Сейчас не видел, проезжал, даже есть стулья приносят из дома и сидят на стульях в кафе, ждут очередь, чтобы поесть в кафе. Обалдеть, да? Культура. Нет, чтобы дома взять да кофе себе сделать. Нет, они будут в кафе стоять. Остановился такого красивого места. Отсюда набережная Брисбен. Это уже почти Сити. Вот такой вид. Роскошный. Велосипедисты тут катаются. Тут же и домики, и большие, и маленькие. Прикольно. Якорь. Вот отсюда можно прямо туда вот на велике поехать. Красиво. Река после дождей мутная. Ну, в принципе, всегда такая. Красивое место. Поеду дальше. Немножко еще прокачусь. Хорошо. Жарковато так в куртке. Подъехал еще ближе. Самолет прямо над городом. Вот это я уже вообще прям в Сити, можно сказать, в центре. Такое знаковое место, здесь такой обрыв. А вот и лифт туда вниз. Отсюда хорошо салют смотреть. А вот это пивоварня, здесь пиво сразу свежее разливают. Вот она там дальше туда идет. И вот этот мост, я с той стороны подъехал. Прикольно. Брисбен. Сейчас проеду по Story Bridge. Story Bridge.
Такой красивый мост, ухоженный. Отсюда открывается отличный вид на Сити. И на реку Брисбен. Можно гулять, ходить с двух сторон. Прикольно, старый уже мост. Так, а тут мне надо перестроиться. Движуха такая, капец. Вот. Трафик выходного дня. Все куда-то едут. Так, ну что, давайте, перестраивайтесь. Сейчас поедем. Сейчас поеду. Сейчас я вот уже реку переехал. Я сейчас с южной части. Весь Сити, такой высокие все дома, они все на северной части реки, с одной стороны. А здесь чисто Саутбанк, южная часть. Еще разок прокачусь по мосту. Такая кривая дорога тут. Такие технологии не могут вот эти стыки придумать, а? Ну это же вообще удивительно. Много людей катается на самокатах. И какая-то там пробка. Перестраиваемся. Я могу по этому ряду поехать. Такие запахи. Что-то жарят. Какие-то шашлыки. Сейчас приеду домой. Надо тоже что-нибудь пожарить. Куда я тут выехал? Теперь мне надо до низа и потом на самый левый край. Пробираюсь сквозь городские джунгли. Пробираюсь на выход отсюда. Сзади Феррари. А здесь у меня справа Тесла вообще не гудит. Такой диссонанс. Погнала все-таки меня. Рычит. Капец. Что там у него сзади, снизу? Это что, кодовый замок? На бампере. Как будто это от домофона кодовый замок. Далеко не уедет до следующего светофора. Все, свалил. Все, выезжаю на обводную дорогу, которая идет возле реки Брисбен.
Все, еду в сторону Eagle Farm. А там уже и хайвей. Вот я сегодня вот на этих горах ездил. Отсюда, кстати, видно вот этот замок, который я там проезжал. Все, выезжаю я на главную дорогу, на хайвей. Здесь можно уже мне 90 ехать. Вот, ребята. Все, вот направление, вот Sunshine Coast. Еду дальше, неплохо прокатился, такой прохват утренний, субботний. Посмотрел, Сити, да, есть, он на месте. Все, мне теперь ехать где-то, сколько у меня до дома, где-то 70 километров, 60, наверное. Вот такие расстояния. Где-то минут 40.